На западе Казахстана во время широкомасштабной спецоперации полицейские предотвратили канал поставки маковой соломки в страну. Всего задержаны 15 участников преступной группы на территории Уральска, Актобе, Шымкента и Алматы. Они занимались закупом и поставками пищевого мака, который в своем составе имел значительные примеси маковой соломы и опия. Закупы производились в Алматы и реализовывались на западе страны. Правоохранители провели 35 обысков. В результате у наркопреступников обнаружили и изъяли свыше 100 тонн маковой соломы, более 600 флаконов лекарственных препаратов, около 5 миллионов тенге, 4 автомашины и большой груз. Участникам ОПГ грозит от 15 до 25 лет тюрьмы, сообщили в МВД. Организовал наркотрафик 50-летний житель Шымкента, владелец 4 магазинов в Актобе и Уральске, через которые он реализовывал маковую солому, основное сырье для изготовления экстракционного опия. Здесь же наркозависимым продавался промышленный растворитель, использующийся для изготовления наркотиков.